Значит так, тактика такая. Я сейчас выбираю Лего. Лего, Fortnite, Лего. Выбрать. Я играю 20 минут, потом добавляю Какуса. Мы играем с Какусом 20 минут. Добавляем еще кого-то. И вот так вот по 20 минут будет игра. Но только надо сит нормальный теперь создать. Код генерации? Ну да, это код генерации. Блять, ну какой-нибудь, короче, 1337... Все, для 1337 пацанов. То есть вход в этот мир, только если тебе 13 лет, ты учишься на тройке в 7 классе. Только при таком условии можно играть со мной в Roblox. Все, ну я тут уже как бы шарю, я разбираюсь чуть-чуть, что делать. Все, сейчас как только начну, просто засекаем 20 минут. Так. Да, давай. Блин, ну прикольная карта, без каких-то выебонов. Гля. Вообще очень приятно, и горы видно. Давайте, может, я тут и начну. А, блядь, нихуя. Пяточка, привет. Я хочу после Какуса влево с тобой сыграть мой ник Форд, сучка. Блядь, ну придется. А с подчеркивания 7 ССК 7. Блядь, придется. Придется, сука, деньги я одно... Так, и избивать кусты. Не понял, меня куст избил в ответ. А! Помогай. О, гля! А чё, каждый раз этот скин, он разный? Помощника. Блин, вот это прикольный мишка. Надо погладить корову, может она молока даст. Да, молочко. Есть молочко. Короче, как оказалось, у Сони был вчера верстак уже 6 уровня, и там уже, ну, реально предметы, ну, не ломаются за 5 секунд. Блять, ну тут еще прям ягод много. Я бы хотел бы под деревом все-таки жить, но туда вдруг это... А, во, она тут, все. Короче, буду под деревом, и его нельзя будет рубить. Гля, хорошо. Так. Первое, что надо строить, это кострище. Ну, кострище вот под деревом. Хуяк. Все, отлично. Теперь лачугу надо. Или, блин, или ее не обязательно строить. А ну-ка. Не, ее, видимо, верстак. Еще. Верстак как раз под дерево и поставлю пока. Там, если что, перенесем. Так, топор сразу создать. Гля, а этот моб думает, что ебать, он меня чему-то научит в этой жизни. Хуй. Года хватило, мне для взлета донаты летят, как из пулемета. А? Бля, я так подсел на эту левую хуйню. Это смесь Террарии, Майнкрафта и Вальхейма. Мега кайф. Слушай, я знаешь еще, что боялся? Ну то, что Лего вроде популярный бренд, но многим он не нравится. Вот просто по факту, типа. Ебать, детская хуйня. Но тут они как-то так сделали, блядь. Знаешь, какой-то такой баланс соблюли, то что... Да охуенно, реально. Топово. Те персонажи бегают круто. Наверное, это знаете из-за того, что ну, у многих есть уже полюбившиеся скины, и люди такие думают, о, мой скин из Лего, прикол. Блять, тут еще от Раста... Ой, нет, не, от Раста тоже есть, но от Фореста тоже есть немного. Очень круто. Короче, большие деревья, надо договориться, либо мы не сбриваем, либо куда-то туда. И 100% должен быть какой-то в этой игре транспорт. Нормально. Давай, школик. Все, дождь начинает. Походу, реально, в каждом начале игры под конец дня должен пойти дождь и ночь должна наступить. Чтобы, типа, персонаж, видимо, должен начать замерзать, чтобы это как бы в виде обучения. Потому что и на прошлой катке такое как бы было. Блин, ну тут очень много еды, это хорошее место, реально. Сейчас еще парни будут заходить и сразу добывать еду себе. Ну, сейчас был бы у меня факел, на самом деле, было бы вообще круто. О, гля, там сразу эти ягоды, дохуя синих ягод. Вообще хороший спавн. Отличный. Блин, круто, вот бы тут был бы еще, ну как-то добавить больше людей. Вообще, чтобы реально там построить какую-нибудь хуйню уже лютую. А, блядь, ну ладно. Ну, по факту. Но лицопилку-то я все равно могу сделать. Так. Грильница. Кукурузка. Вс.
Чего? Гля, кукурузка еще дает какую-то кукурузный початок. Блять, и что он делает? Какую-то скорость зеленую или что? Что такое зеленое? Ну, наверное, да. А, просто гораздо быстрее восстанавливается. Нихуя. Не, я теперь только кукурузу и буду есть. Так, рыцарский щит уже могу сделать. Ну, там прялку. Давай сразу. Нельзя под дождем использовать, я понял. Так, первый, наверное, домик. А, ну я, видимо, обязан сделать эту лачугу ебучую. Так, ну, прям под деревом. Я не уверен, что это она нужна, потому что можем вот сюда ее прилепить. Есть. Есть. Ну, все, сейчас, смотрите, кактус. А, еще 10 минут. Ну, кактус зайдет, у нас уже будет хатка. Будет здорово. Она еще кайф ловлюцы того, что она мне навеивает воспоминания о том, как я бы был пиздюком и играл Лего Star Wars 3 реальный. Но, плюс вайп. Блять, я и Лего Star Wars 2, Лего Star Wars 3 играл, да, это же было хайпово. Не, ну тут соврал. Но вот что-то вот Лего игры потом стали как будто похуже. Так, смотрите, гриль у нас будет под деревом, а все остальное, видимо, только здесь можно, чтобы оно не отказывается работать. Потому что дождь идет, блядь. Короче. Все. Так вот. Все, они теперь здесь будут работать. Я теперь тут доски могу производить и все такое. И я должен теперь сделать центр поселения. Для этого надо древесину добыть. Я сейчас раздуплюсь. Початки свои ебучие надо забрать. Теперь грильницу хочу прямо вот здесь под деревом сделать. Ну, типа тут приходишь и кухня под деревом. Ну, вообще такое нельзя, но он нормально. Все, ждем. А, еще я должен скрафтить себе факел. И лопату желательно. Так, факел есть. Факел мы берем в левую руку. Бля, я уже все, я профи. Я реально про. Значит, у меня вообще идея, я не знаю, может быть так и случится. Видите эти деления? Я думал, что эти деления это качество еды. То есть, условно, зеленое это самое хуевое. Потом оранжевая еда это уже какой-нибудь мясной продукт. Типа, знаете, и он меньше будет, допустим, тратиться. Мне кажется, так было бы вообще охуенно. Сейчас мне деваха поможет. Пока наверну. О, блядь. Давай их нахуй там. Ну, вот кирка для кактуса уже есть, если она не пропадет. Надеюсь, на меня не нападет. Вот это дерево я, видимо, вряд ли, да, смогу срубить. Или прям очень много долбить его придется. Долблю. Ничего себе. А, плюс сразу плюс 7 древесины дало. Ничего себе. Так, 6 минут осталось. Так, есть. Блин, интересно, тут есть автоубивалки еще? Блять, волчара ебучая. Уйди, волчара, не до тебя вообще. Чё там? Чё там? Блять, это вообще какие-то тут что-то волчар в этом лесу, дохуя. И что? Что ты мне хочешь показать? Что ты хочешь? Ого! Вижу. Сука. Да отъебись, волк! Там еще деревня. Блять, я не хочу сейчас с ним сражаться. Блять!
Ну, хуйня. Хуйня. Ну, ты выращивать тыквы. Блядь, да заебал. Ну, я не хочу. Был бы меч. Не хочу рисковать, потому что я потом умру. О, или трахну его сейчас. Где он? Блядь, мне холодно, потому что я не держу факел. Опа. Так, ну, кокороза. Взять все. Взять все. Почему-то вот они не стакаются. Ну, очевидно, когда я нажимаю взять все, но они же должны стакнуться. Ну, что за бред? Опа! Гля, гля, гля. Бетон, бетон. Кукуруза. Все, если я смогу бесконечно кукурузу выращивать, это все нахуй. Так, что-то мне прохладно. Ягодки зимние. Они вроде должны давать какой-то эффект. Эффект огня. Что вот он дает? Что дает эффект огонька вот этого? Стойкость к холоду. Ну, что-то я вот все равно зашел в зиму и похуй. По-моему, там надо что-то приготовить прям посерьезнее. Так, подписчики, вы меня простите, если вот так освещение бахну. Так, у меня осталось 3 минуты до встречи с кактусом. Видимо, я сейчас ставлю поселение, приходит чел ко мне в гости, и мы... И еще и кактус приходит в гости. Потом мистера Донатура добавим, а потом уже будем это еще пацанов там приглашать. Ебать. А мясо выпадет, если волк убьет? Просто у меня тогда есть какая-то идейка такая прикольная. Волка как-то надо будет загнать в загон и туда впускать курицы. Будет автоферма. Или как что-то вроде того сделать. Не, очевидно, в таких играх это первое, что напрашивается. Реальные форести. Как что-то автоматически фармить. Так. И я делаю здесь центр поселения. Ну, под деревом, да? Ну да, под деревом где-нибудь вот здесь. Чтоб все знали, что я тут живу. Так. А, Б. Я хочу вот такое сегодня. И будет, наверное, красным. Красным, красным. Так, двойная лачуга, но сейчас уже должен прийти Чебокс. Но этот Чебокс скажет... Блять, на меня нет кровати. Сделайте мне кровать. Ну и лачугу бы большую тоже, на самом деле, сделать вот эту. Давайте я накину ее. Ну, где-нибудь тут такое. Такое вот. Вот такое. А, есть граница. Вчера я ее не видел. Гляньте, есть граница поселения. Ничего себе. Вот здесь. Ну, сейчас здесь сразу реальный отель просто бахнуть. Так. Ну, как мне привет, шляк. Привет. Пуксик, а ты меня покормишь в 23 часа? Ладно, покормлю тебя. Привет, Пуксик. Привет, лапка. Что ты делаешь, Пук? Я просто голодный уже. Так, Пуксик, а как вот пригласить? Или надо выходить именно? Да нет, сам человек может зайти. Нет, у него нет ключа. Как мне ему ключ дать этот? Селфи. На Enter нажми. Алло, здорово, Кэко! Привет! Слушай, почему-то я не буду без тебя играть. Именно ты почему-то. Можно тебя пригласить, а других почему-то нельзя. А я сам зашел, там Соня могла мне писать, я сам заходил уже. Потом, типа, ты сможешь, они присоединиться к тебе смогут. Ну ладно. Так, Кэко, короче, ты близко, красиво оставляем все. Так, не понял, в смысле? Я тебе хочу подарить кирку, во-первых. А, не ломаем кусты, типа? Так они все растут же. Да, да, это нормально. Кусты нормально. Деревья прям очень близко не разрушай. Чтоб красиво было. Так, еще иди. Тебе дать кукурузку или что тебе дать? Ну, Алиса, засеки 20 уже. Минут. Еще вот тыкву, да? Да. Или... А, ну да. Так, мне надо сделать лопату и грядки. Ты можешь мне дать гранат? О-о-о, пришел! Сейчас, подожди, я принимаю. Ладно, я сам тогда возьму. Гранат? Гранит, да. Ну, неважно, я уже... А, давай я тебе... Я уже нашел. Все. Ладно, хорошо. Гранитом буду делать топорики и рубить дерево. А, короче, кактус, надо вообще вот как можно быстрее сразу делать больше, как эту хуйню? Улучшать
Верстак? Да, это надо вообще, вот как только так сразу делать, потому что без него вообще, ну, будут топоры ломаться за одну секунду. Да блин. И еще надо кукурузную ферму, 100%. Это хорошо, Канко. Спасибо. Как у тебя день сегодня прошел? Нормально, я не ходил в школу. О-о-о! Блять, еще через скам приглашать людей. Да конечно, ёпты. Я хотел так сделать, Кирилл, я тебе говорю. Бля... Типа, не через скам, а по системе аукциона именно вот, кто больше задатит. Блять. Ты не хочешь, короче, сейчас два чела, вот сейчас засну, два чела, да? А пока сейчас прям запустить, чтобы тебе чел тратить со своим никнеймом, типа, да? Вот. И вот, ну, кто-то там, сколько их называют, сопки, ну, больше значит, топы попадают. Охуенно. Брат, я нашел бургер. Чё, блядь? Да как, ну, иди сука, сюда. Ну я играл! Иди сюда, вот, сейчас, смотри, подожди, иди сюда. Сейчас, подожди, я сделаю лопату и приду к тебе. Тут бургер и сундук. Чё, во, нахуй? Тут ты бургер где? Из лего, видишь, вон я, на горе, видишь, на холме. Брат, чё, прости, я без тебя залутаю. Биг бургер? Да, тут бургер. А почему доделать дом? Я его вроде доделал. Тогда это, надо доски сделать кровати. 10 досок надо сейчас. Бургер! Ебать, что это за бистбургер, блядь? Давай его отпиздим. Давай, руками. На. Чё это? Алло. Топ, мы его просто сломали. Могли ладно, оставить, ладно. И был бы красивый бургер у нас. Да, ну, нормально. Не, бывает. Да. А, кровати у Сони подсмотрел. Можно ставить просто подряд. Будем ставить подряд их. Да. А, и сначала сами тогда на них не ночуем. Надо сначала чебокса поселить. Блять, у меня не хватает одной хуйни. Братан, подожди, тут скелеты встают из земли, просыпаются. Восстание. О, боже, березки. Опали, березки. А, ну вот так. Все. Брат, они все куда-то бегут к тебе. Почему? Но у меня тут подожди, они животных убивают. А что ты думал? Скелеты. Так, не понял. Где чебокс? А, вот он. Все, я заселяю чебокса. Да, отлично. Я могу уже верстак прокачать до... Так, 8 досок и раковины вот эти ебучие. Но для этого надо меч сделать. Гля, что ты тут делаешь? А, это не ты делаешь? Это не я. Алло, подписчики, а кто-то из вас узнал, как вот эти... Вот сломанную кирку с другой сломанной киркой нельзя соединить? Бля, он реально пошел спать, кстати. Давайте ему дадим. Брат, не обидишься, если я построю себе, ну, крутой дом, а вот ты не построишься. Ну, я буду развитием заниматься. Ну, я как раз таки думаю, вот этот челлендж, пусть потом каждый в свое направление идет. Угу. А что за челлендж? Челлендж каждые 20 минут новый игрок. И, ну, и что будет в итоге? Держи кирка. У меня предположение, что будет. Ну-ну. Будет в итоге 8 игроков. Бля, охуенно. Держи кирка. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Тыкву поесть нормально, нельзя, блин. Спасибо, брат, ты спас мне жизнь. Да. А я уже взял себе этого. Чуханчик. Кукуруза, кукуруза. Еще. Витамин Б, это наш родной. Еще. И далее. Скилл. Да. Так, а прялка. Блять. Спасибо, мамочку, за чай. Ты... Кто здесь мнёт? Это кот. Мяу. Как-то так. Как-то так, браточек. Что молоко может дать? Два сердечка, три еды. Просто взяла, кота сжала и ушла. Ладно, брат, у меня вопрос все важный. Ага. Ты как ты относишься к коле с молоком? То есть... Ну, что-то мне кажется не супер. Я о том же говорю. Так.
Ну все, это просто вопрос был важный для меня. Ну, а ты хотел мне предложить попробовать или что? Нет, просто мне Ханов говорит, что это очень вкусно. Ладно, давай так, вот такой вопрос. Что вкуснее? То есть меня все осуждают, да? Вот меня все осуждают за то, что я ем сырники с колбасой и сыром. Слушай, вот это вот мне реально похуй. То есть я очень люблю вообще мешать всякую хуйню. Я могу борщ кушать и чем-то сладким заедать. Мне вообще по кайфу. Я просто беру от жизни все реально. А на меня люди смотрят и говорят, чё, как ты это делаешь, блядь. Я полностью различаю вкусы, как бы. Они у меня разделяются. Они не смешиваются в один. Угу. Вот-вот. Вот-вот, нахер. Ну все уже светлеет, уже посветлело, уже светло. У нас, через 9 минут мы впускаем Чебокса, который дал 2000. Сюда. Брат, я сейчас вот уже вижу одну цель. Я сейчас ее уничтожу. Давай, давай. Три надо раковины. Окей. Я тоже побежал тогда искать. Они просто, да, вот по полям, синий трактор. А ты ищешь камень, лежит с цветочком, вот. Угу. К нему подходишь? 100% там выпадает или нет? Да, да, по-любому. Вижу один. Уже наблюдаю. Блин, щит надо было. Фух. Есть, одно есть. Ой, блядь. А-а-а, блядь! Ну, с помощником вообще что-то изи. Так, еще одно есть. Мне кажется, там потом мобы здесь жесткие. Ты думаешь, вместе с прокачкой, типа? Да, да. Тебя убил этот черт или что? Нет, братан, но я нашел лагерь, я нашел поселение, кострище. И тут эти люди в биокостюмах. Нет, я тебе не шучу, у них на спинах ядерные знаки. Может, их тогда лучше не трогать? Я понял, это команда Креосана. Брат, их тут 4 или 5. Алло, Канко, иди домой, надо нам уже апгрейд так называемого с чула сделать. Ладно, брат, я бегу. Привет вам. Близко? Попробуйте положить в сундук поломанные предметы и сломать сундук, тогда выпадут сочиненные предметы. Блять, байтят, сука, байтят. Меня байтят на то, чтобы положить в сундук предметы и сломать сундук. Всеми способами. Они исчезнут. Говорит, попробуй положить туда поломанные. Исчезнут, я тебе говорю, нахер, да. Все, апгрейдаю. Есть раковина, где-то да унитаз. Хорошо. Я скоро приду. Сейчас я в лес. Кажется, улучшаю. Улучшил, блядь! Делай. Все, мы можем теперь нормальные кирки и нормальные топоры делать. А как делать? Как добыть кости эти для этой кирки? Скелетов убивать, блядь. Ох, палка из корневого... Кого нахуй, блядь? Я тебе говорю, вот как ты это сделаешь? Зато я топор уже сразу могу хороший сделать. Этот корневой... Подожди, а корневой... А, я понял, корневые... Они в этих пещерах, в данжах. А, наверное. Да, наверное, да. Так, ну, в любом случае, я сейчас уже могу сделать топор хороший. А этот чмошный. Я ему брат. Там... А. Я что-то нашел. Это какая-то либо отсылка, либо это... Ну, тут, короче, идеально посаженные пихты. Такие, знаешь, выстриженные. И посередине дерева. Ты куда нахрен постоянно уходишь, нахрен? Да ты попробуй, брат, я почти полностью поломанную, чё тебе стоит? Блядь, да то, что если мир реально крэшнется, то, блядь, всё, ну, типа, заново придется играть. Страшно из-за этого. Радуга, блядь! Блядь, чел, что-то случилось! Она реально приземлилась! Кто? Блять, радуга приземлилась, я бегу туда, куда она приземлилась. Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, это я, потому что встал в это место, под центр этого дерева встал. Блять, я, короче, боюсь, потому что это... потому что меня за пропаганду нахуй сейчас, это во-первых. Во-вторых, то, что там зима, блять. Брат, не беги, брат, я передумал, не. Чё? Там какой-то, там сейчас будет босс, блин, тут нахер. Тут холод тебя... какой-то, меня жмет, нахуй. Там сейчас босс будет, тебя бля, порежут, меня зарежут. Меня бьет, не пойду. Я туда просто не могу попасть. Холод. Я нашел яйцо. Яйцо.
Гля, потри сразу. Но... Гля, и чел помогает. Охуеть. Ну надо его снабжать ресами вообще. Вот это что-то пихты нельзя, видимо. Да, бля, да. Что-то нельзя. Тут нахер это, бля. Я нашел. Дом? Как его? Как тут это? Дом по этот. Ну, заброшенный, но не заброшенный, тут человек. И чё он делает? И он светится. Сделай кровать у нас дома еще одну, пустую. Видимо, чел не врал. Она этот... Она какая-то чумазая. Ну, грязная, она в чём-то это... Блядь, да где ты их находишь? Ты далеко ушел? Да. Не, подожди. Постой, кровать, пожалуйста, срочно, постой кровать. Я бегу уже делать ее. Давай, я жду. Сделяль? Сделяль. Так. Мне кажется, надо еще до второго уровня заапгрейдить поселение. О, улучшаю. Улучшил. Сейчас. Ой, блять, вот сейчас доски, граниты. 10 досок надо сделать, охуеть. Брат. А. Я иду с ней сейчас. Давай. Пока сделаю 10 досок. Ну только ты не пугайся, когда увидишь. Ну, хорошо. Ты вообще хотя бы в какой стороне? Как мне понять? Брат, я в стороне... Ну, вообще, по идее, должен быть примерно в Африке, но... Ну, пока не похоже. Ладно, ладно. Так не иди. Слушай, твою вебку просят. Не хочешь? Вебку? Нет, куда бы я ее засунул? А надо? Сейчас надо вебку мою? Точно надо, блядь. Сейчас. Знакомься, она геймерша. А почему у нее, ну, так сказать, вот радуга, и она с крестиком? Она, я не понимаю, типа, осуждаем или одобряем ее вообще? Нет, уже? А, не, она, нет, она просто этот... Я говорю, видишь, она... Нет, это видишь, это кто-то ее разрисовал маркером, пока она спала. Я же говорю, чумазная, типа, ее кто-то разрисовал. Ну да, кстати, реально, да. Ну да, я говорю, кто-то футболку всю расчертил. Добавить друга. Так, я ему отправил заявку. И теперь что-то должно произойти. О, он принял заявку. И как его теперь добавить? Тап, игроки, да? А я вот не могу его. Вот как его сюда позвать? Я не помню. Бля, к нам Бистбургер пришел! Сука, я буду с ним играть! Короче, она сказала, что у нас, типа, нужно повысить наш уровень поселения, короче. Ну я понял. Бля, я хочу... С нами Жоас играет! Блять, я приглашаю Бургера. Это он пришел? Это подписчик Жоас? Кто? Жоас, это подписчик. Жоас. Подожди, как ты понял? Высветилось. Присоединился к игре. Сейчас. Где он? Сейчас прибежит, наверное. Блять, ну он как-то, он с нами, как бы, в войс-чате, но... Вот, держи. А, вот, все, пригласить. Все, я его пригласил. Все, видимо, все. А вон, он уже бежит, вон. А, да? Сачи с ССС. Да, все. Так, смотри, я улучшаю сейчас еще поселение. Брат. И я беру бургера в тимку. Так. Почему он это ты, типа? В смысле? Ты посмотри на это. Сейчас. С радостью. Бургер, блядь! Блядь, я беру бургера! Пошел нахуй! Не смотри, брат. Вот этого в балаклаве. Да подожди ты нахуй! Отпусти спутника. Я буду с бургером. Ты у меня спиздил его! Нет. А. Блять, бургер. Давай поговорим о работах. Помогай поселению. Бургер. Блять, а что такое помогай поселению? Работа с ресурсами. Собирай ресурсы поблизости, собирай древесину. Что это? Привет, точка, ждем 22-го. Скажи, пожалуйста, объем своей головы можешь написать в мыслях Жопера? Моя мамочка швея и будет делать тебе подарок. Я тоже. Скажи, пожалуйста, объем своей головы. Да. Брат, перезапуск сервера через 50 минут. Ёбаный рот, да блять, подожди ты. Вот, короче, нахуй. Вот, я сделал, как она. Видишь? Или как, блядь? Вот, я как она сделал. Вот, видишь?
Теперь, блядь. Теперь. Вот. PlayStation, блядь. Гугли, гугли, блядь, размер PlayStation. Ничего, линейки нету. Нахуй, блядь. Вот. Вот столько. Вот. Сейчас, блядь. Короче, раз. Вот, видишь, раз. Два. Два, блядь. И хвостик. Видишь хвостик? Сейчас. Да, чел, вот. Конечно. Почти до половины. У меня, нахуй, есть одна единственная линейка, и я не могу вам показать, блядь, ее полностью, блядь. Почему? Ну как тебе сказать, нахуй? В чате пишет, как с ним вообще можно дружить, ты и дочь. Вот. Вот. Теперь, блядь, набираешь, нахуй. В гугле, блядь. PlayStation 4. Алярм вот. Раз. Два. Кто скажет три, тот вот. Два. Вот. Просто набери, блядь, в PlayStation. В PlayStation. Сколько, сколько размер PlayStation 4, блядь. Вот в зажигалках. Зажигалка Zippo. Мировой стандарт Zippo зажигалок. Они не менялись никогда. Вот. Стикер. Ну, чтоб вы еще видели, типа. Знаешь, типа, на исках писали, типа. Сделай ровно. Выключи звук, пожалуйста, на вебке. Ладно. Все, нормально, нормально. А там вам зачем температуру смотреть, типа, это похуй. Может быть, сразу еще улучшить? А, нет, пал корневяз, блять. Надо подписчики сделать прялку. Вот. Надо волков убивать за прялку. Сейчас еще дерево добуду. А, ну побежали. Блять. Гля, этот чел реально помогает. Вчера он не помогал копать. Он и убивает, и помогает. Охуеть. Привет, Кирилл. Убили подписчика, захуярили. Он опозорился уже. А давай, если подписчику нравится, то кик. Блять. У них режим хардкор. Слушай, давай его детство, смотри, возьмем. Да не, ну, блядь! Ну ладно, ладно. Тут просто было предложение, как бы. Бат, ты все сделал же топор новый крутой? Да, да, у меня костяной топор. Давай сейчас я тоже все сделаю, и мы пойдем с тобой в этот. Кого? Ну, вообще, да. Я бы хотел... А посмотри, там можно сделать меч хайповый, новый, или нет? Из костей. Есть там меч? Сейчас посмотрю. Ну да, наверное, надо в данж уже пытаться спускаться. Надо еще бы щит взять туда. Ну, а ты нашел хоть один данж сейчас? Да, я нашел. А, ну да, есть. Сообщение в чате. Боже, бля, опять кактус. Ты прям любишь, когда тебя ненавидят, да? Хейтеры. Потому что, что, ну, они меня ненавидят, да, но... Ну и что? Бля, хорошо отмазался, неплохо. Гля, да вообще, мне можно нихуй... Алло. Слушай, а подписчик, допустим, может свою деревню сделать, чи не? Вот я тоже этим вопросом задавался. Было бы неплохо. Сколько закинуть, чтобы в ДС с вами сидеть? Пойдем? Кто же исполнение от Река не услышит? Я... Нет! Алло, блядь, нет! Или... Пойдем. 200 тысяч рублей. За что? За то, чтобы сидеть с нами в Дискорде. А-а-а, я думал, что сказать никнейм второго канала. Это 300. По фактам. Алло, подожди, подписчика ждем или нет? Да вон там с лавкастой что-то вообще. Оп. А как ты это сделал?
А, вау. Влад, мы летим вместе, видел? Вау, вот, бля, это чё было? Так, все, смотри, вот корни, вот они, корнеплоды а ну, эти. Корнеплоды. А как их добывать? Топором этим. Ня, блядь. Ой, они тяжело прям добываются. О, бля, все, плюс корнеплоды, да? Угу. Вот подожди, вот. А тут уголь какой-то. А, это тоже гранит, ладно, это хуйня. Это а, слушай, нет, это топор намного живее, типа, чем первый. Не понял. Брат, да, он вот, прям хорошо. Лопата какая-то, нахуй. Бля. А тут будет monsters? Да, тут скелеты, они улучшенные тут. Пожалуйста. Подожди, что там мой брух говорит, что он... А, у него нет. Сыночка, я в Сан-Тропе. Пора. Да добавьте подписчиков в голосовый чат, иначе чем не хочется. О, щит нашел в сундуке. Сюда. Блять. Блять. Чё там тебя бьют? Пауканы. Ну они такие. Слабости. Ну, ему бы меч бы тоже сделать, все сделать. Сейчас кушаем. Я огонек. Ой, блин. Так это вообще. Слушай, а тут еще какой-то белый камень есть. Надо кирку взять. А у этого данжа есть какой-то, ну. Пойдем, у меня закончился почти топор, я боюсь туда идти. Ну, мне кажется, мы пока надобывали нормально, не? Грибы можно добывать. Бля, и жрать их нахуй! Ой. Бля, я сейчас сожру гриб. Брат, подожди, смотри. Блять, я не могу, его нельзя есть. Че будет пахнуть подписчиком? Ты его ненавидишь, скажи? Да нет, я просто панкую его, смотри. О, там что-то выпало подписчику зато. Ну да. Так я же не злой. Ну то есть он дал 2000, чтоб мы его унижали. Да почему унижали? Это братские подколы. Да? Да. А вы сколько с ним уже, братаны? 9 минут и 10 секунд? Ну, ориентировочно, но это примерная цифра. Ты заметил то, что там сундук наверху? Надо как-то постройку туда ёбнуть. Послушай, ты можешь, конечно, делать что хочешь, но меня тут сейчас убьют. Брат, я придумал, что я сделал. Брат, смотри. Да подожди ты, блядь. Ебать, бодрящая ягода, какая-то еще нахуй ягода, еще гриб нахрен нахуй, и саженец, блин, бодрящий нахер ягода. Нахуй. А я хлеб нашел. Не понял. Па, подожди, так я же могу разобрать теперь это все, да, и... А ну... Отдавай сюда камень. Ой, дерево. Давай дерево, блядь. Мы с подписчиком лучшие друзья уже. Ура! Слушай, ну у меня все. У меня топор, ему осталось 2 удара, поэтому я, наверное, ливаю. Давай, я еще немножко потушуюсь. А где мой этот моб в маске? Могли убить. Ну, видимо, так оно и произошло. Так, вот. Все, я пошел улучшать дальше. Давайте еще, коллеги, кого мы берем следующего? Меня. Алло. Блин, вот эти появления сыраха, это просто... Аля, плохо слышно. Ну, типа, ужасно. Алло. Алло, сарах, ты тут еще? Да. Блять, а кто ему дал вообще возможность заходить сюда, нахуй? Ты. Когда? Когда было... Ну, это было для Светланы, наверное. Не-не-не. Не? Все, я у него забрал роль. И выкинул. Ха-ха-ха!
Бля, мистер Пятерка вообще существует? Сейчас. Сейчас. Даник с Макс Бро. Даник с Макс Бро. Я уже представляю, ну просто визуализирую, как он бежит с клета. О боже! Так, подписчик, я хочу тебе подарить, значит, вот. Батон. Так, я делаю вот эту ебучую палку. Как он? 12 палок, охуеть. Какую печь, какую палку? Из белых. 12 белых палок надо сделать. А для чего это? Блять, и все, они у меня. А, не, 11 еще. Это чтобы улучшить дальше верстак. А, еще мрамор, бля. Не. Гля, амулеты, блять. Арбалеты, кристаллы. Так. Уйди нахуй. Блять, ёб твою нахуй! Кто спиздил палки? Какой гондон сейчас пришел и спиздил это палки? Не, это подписчик был. Мне кажется, это согласен. Был... Молчание, знак... Нет, я тебе правду говорю, я не брал палки. У меня нету. То есть подписчик спиздил охуенные палки? Да, я тебе правду говорю. То есть это был подписчик? Я... Ну да, но у меня нету их. Ну либо это был не он, не знаю, может, мог кто-нибудь забрал. То есть извинительный донат 5000. Ну, конечно. На поиск денег дается 10 минут. На поиск? Типа, иди укради там у мамы, там, да? Вот такой. А как иначе? Давай сделаем сундук. Типа, ну, только в Тане подписчику поставим, чтобы он не знал, где он. Ты его ненавидишь, скажи честно? Ты, ну, прям... Нет. Это из целей безопасности. Не, ну он может что-то украсть, да? Да, загриферить. Не, это возможно, в принципе, да, потому что на СП даже за 3500 гриферят. И то, вот-вот. Вот-вот, нахрен. Ой, подожди, кто это к нам зашел? В смысле? Прямом. Кто это? Ну, подписчик, видимо. Репте-кто, блядь? Рептилоида, кикай. А его и с нами и нет, нахуй. Я тебе говорю, кикай рептилоида. Чё за нахуй, подписчик, ты кого привёл, блядь? Вот подписчиков, это, конечно, пошёл плохая идея. Нахуй, ты кто, блядь? Выйди, иначе твой друг пострадает. Блядь, чё это за хуйня? Кто это? Баджиси расстроен, может быть опасен. Бля, он может быть грифер. Я тебе защищу, сейчас. Да, блядь, кто это такой, блядь? Кто это нахуй такой? Я... Как его выгнать, блядь? Через таб, не, да. Нет, через escape. Открыть профиль. Блять. Ну, я вот его вижу. Он еще через PlayStation играет, как и подписчик. Выйди нахуй отсюда, блять! Нет, это реально тут подписчик, я реально говорю. Блять, как... Ну, тут нет кнопки кикать. Просто, блять, чебокс, блять. Не, я проверю, если у меня его нет в друзьях, то мы не будем тогда подписчика, блядь, брать просто в катку. Сейчас подписчик ему пишет, наверное, другу своему. Пожалуйста, закрой его, пожалуйста! Закрой группу. А как? Я не знаю, как ее закрыть, блядь. Все до этого момента было нормально, пока вот этот чебокс не пришел. Он еще ходит как моб просто. Пошел нахуй отсюда, блядь. Нихуя себе. Братан, смотри. Блядь, а нахуй? Оп. Ты смотри, второй этаж. Нет, смотри, тут сундук стоит. Это наш тайный сундук. Ааа, блядь, только никому не говори. Хорошо. Смотри, что подписчик не увидел. Хватило. Нет, я бьет. Донаты летят, как из пулемета. Алло, у нас новый. Выбирай. Так называемый Саша, который А. Алиса, стоп. Саски. Да. Или мистер Пи-пять-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Короче. Я предлагаю так сделать, смотри. Сейчас добавляем мистер Пятерку, а так как Саша с Сашкой друзья, чтобы они не поссорились, подожди, мы ждем. Звук, блядь? Что это за звук, нахуй? Что это за звук, блядь? Ладно. Мы сейчас добавляем мистер Пятерку, засекаем 40 минут, потому что их двое будет, и потом сразу запускаем Сашку с Аней. А почему мистера Пятерку их двое будет? Ну, уж мистер Пятерка один, типа, они друзья с Аней, с Сашкой. И чтобы они не обижались, как кто-то превзойдет из них, нужно их пустить вместе. Угу. Ну, понял? Правильно, в принципе.
Настройки профиля. Подожди, я сейчас сам его разбаню. Давай. Не бандит! Блять! А, вот мистер пятерка. Разбанить. Мистер пятерка, я тебя разбанил. У нас подписчик срубил дерево? Да, блять! Кик его нахер. Охуеть, блять. Нет, смотри, что он сделал. Нет, смотри. Блять, это было единственное условие, реально. Это реально было единственное. Я не рофлю, блять. Ну кто стрим смотрел, да. Было единственное условие, сука, что дерево нельзя рубить, блядь. То, что мы живем под деревом охуенным, большим, красивым, на полянке. Просто кикай его, он школьный. Охуеть, блядь. Ебать, минус 2000, блядь. Год хватило, мне для взлета донаты летят, как из пулемета. Ебать. Доброе утро. Тысячу. Охуеть, блядь. Он еще и не знал, вокруг этого дерева стоит гриль, блядь. Постройка вокруг этого дерева, блядь, стоит. И он такой, ебать, не нахуй. Алло. Алло, да. По факту. Что-то, мистер Пятерка, ты вообще вебку там сделал? Да, чувак. Что-то нихуя не видно, чувачок. Блядь, мистер Пятерка, нихуя не грузит твою вебку ебучую. А, все, вижу, все, братанчик. Ни слова больше. Мистер Пятерка, здорово. МС Даникс, бро. Только смотри, мистер Пятерка, не играй без нас. Не, я ему код просто давать не буду, и все. Ой, блядь. Ладно. Мистер... А я бомжик Fortnite. Да, да, это не важно, мистер Пятерка. Присоединяйся к нам. Присоединяйся. Я поставлю свечку в честь этого дерева. Не, не надо, не надо. Пусть здесь что-то вырастет, блядь. Ладно, хорошо. А, алло, мистер Пятерка, ты где? Вот, ты забирай ресурсы, вот, смотри, тебе. Вот, вот этот сундук уже. Это для тебя. И? Да, давай. О, боже, боже, кто это? Не бей, не бей, не бей. Это свои, нас... все нормально. Кирилл. О, глядь, что это? Мистер Пятерка, побежали. RGB вирус? Да, да. Мистер Пятерка, ну обычно на Новый год всем, ну, повышают оценки и, ну, все, в качестве подарка. А, еще я неделю не буду в школу ходить. Не понял. Почему? А у нас минус 40. О! Кто? Минус 40 градусов. Чего, блядь? Чего? Ты где нахуй живешь, мистер Пятерка? Татарстан. Кто, блядь? Татарстан. Татарчик. Ты татар? Да. Ой, холодно. Хола, блядь. Мистер Пятерка, ну я скучал по тебе. Чем ты вообще занимался? Я каждый день на СП играю. В смысле? А я с аккаунтом. Фу, блядь, да ты ж не должен мне это говорить. Блядь, мистер Пятерка, я админ сервера, блядь, я тебя должен там забанить. Ты не должен мне говорить, что ты там играешь с альт-аккаунта. Не буду. Ладно. Ну, тоже верно. Блядь. Брат. По факту. Я сейчас могу сделать... Короче, я собирал ресурсы на так называемую... Камнедробилку. Нихуя. Ставить? Ну, вообще да, наверное. Блядь, знаешь что, да. Надо... Подожди, стой. Давай сначала биг-хату. Ты можешь построить биг-хату? Нет, у меня нет... Блядь, вот этот мега-загон, сука. Как я... Я его делаю, все, мне похуй. И вот здесь, блядь, вот сюда бы все перенести. Сыночка, было бы так топово. Кирилл, подписчик перед смертью еще наш сундук обокрал. Серьезно? Да. Там есть... это значит, что мистера Пятерки сейчас все. Мистер Пятерка, дай какой-то грифер, порох, блядь, подписчик. Порох. Порох у тебя должен быть в инвентаре. Мне есть говно. У тебя должен быть порох. А, говно, дай тоже грядки, пора уже реально выращивать. Дай мне говно, пожалуйста. Нет. Вот говно держи, а вот порох. Мистер Пятерка, ты разбираешься в этой игре вообще? Nice. Кирилл, я сейчас делаю то, а чего ты просто охренеешь, блин. Давай нахрен. Я думал, будет Fortnite, но только в Лего. Я думал, это такая имба. Не, тут вот прям выживать надо, мистер Пятерка. Да, да, с улучшениями все выпадает. Ну хотя бы так, реально нормально, топовая тема. А тут есть верстак какой-нибудь? Сейчас, вот, я сейчас буду ставить, мистер Пятерка, иди сюда. Блин, а я теперь могу снести? Мне не нравится. Я не хочу, чтобы вот здесь вот эта перепонка была. Ну ладно, нормально. Блять, это кто?
А, мистер Пятерка, это ты, блядь, чувак, здорово, чувак. Можно построить себе дом свой? Да, да, да. Сюда. Так, мистер Пятерка, смотри, вот это будет верстак наш. Сейчас я его улучшу, подожди. Видишь? Блять! Погладь, погладь ее, погладь. Она молоко родит. Молочко? Она родила молочко. А как ты ее сюда загнал? С пакетиком вместе. А? Она родила молоко с пакетиком. Так точно, мистер Пятерка. Я ел топор. Не поспоришь так-то. Мистер Пятерка, нам надо из корненосной, так называемой, топор делать. Сейчас, заселяем, короче. Мистер Пятерка, сейчас мы заселим чела, и ты можешь спутника себе взять, и он будет с тобой ходить. И будет копать там, но ты ему давай там старые предметы. Вот видишь, как за мной вот этот чел в маске ходит? Сейчас. Раптор? Да. Так, не понял. Отвертка. Присоединяйся! Ура! Да-да-да! Все. Не понял. А, надо повысить уровень поселения, блядь. Ой, блядь. Рейтинг поселения? А чё это? Да. А, что, это свечки, да, короче? Да, дома улучшаются, да. Прикольно, я понял. Всё, мы выиграли? Да. Так, делаю какие-то шнуры ебучие, не знаю зачем, просто чтобы были. Так, мистер Пятерка. А? Сейчас я сделаю. У тебя есть еще говно? Нету, нету. Блять, откат! Пшеница, пшеница. Блять! О, корова насрала. Ой, ями-ями. Мистер Пятерка, можешь это разрушить, пожалуйста? А, нет, я сам сейчас. Сейчас. Вас мучает голод, блядь. Так, вот. Короче, мистер Пятерка. О-о-о! Есть еще реально у тебя каловые массы? Не только удобрение, пшеница. Не понял. Удобрение. Не только пшеница. Я Бодрикс. Мистер Пятерка, блядь! Я... Глянь на падение! О боже, о боже, о боже, нахрен. Все, захуяли. О. Чебокса. Так, 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 мистер Пятеркиус. Смотри, у меня есть косточки, косточка бодрящей ягоды. А ну. Так, и что, ее надо поливать или вот, все, готово? Молочком. Попробуй молочком. Уже... А подписчики, а что дальше делать? Поливать реально или как? Зерно кукурузы. Ну, кукуруза самая вообще хайповая. Блять, а как мистера Бургера принять? А, мы уже приняли, но он обещал мне собирать здесь ресурсы и не собирает. Мистер Пятерка. Мистер что? Пятерка, баба, подойди баба, к, баба, вот баба, ко мне, подойди к Бургеру. Тихо, бабо, 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 тихо, бабо. Бабо. К Бургеру подойди, поговори с ним и скажи, примкни к моей там команде или что-то такое. Брат, смотри, что я придумал, как сделать ровный пол. Ну, я вижу, да. Я ему сказал, давай исследовать мир вместе. Да, и он теперь будет за тобой бегать, убивать кого рядом с тобой, и все. Он твой... Но, смотри, ты должен к нему подходить, и когда у тебя там, допустим, кирка ломается, подходи к нему и говори, типа, возьми мою кирку, там, или возьми меч. Или ты можешь ему сейчас скрафтить еще кирку, топор. Или старые отдать. Пойдем тебе хорошие ресурсы сделаем. А тут надо какой-то сюжет есть? Ну, дракон мы убить. Сюда попали через разлом. Вот весь сюжет. О, как. Ебой. Пожалуйста, скажите, что дерево переспавнится. Ставить лестницу сразу без шаблона. А как это сделать? Подожди. А где это? А, вот так. Вот так, типа? Все, я понял. Все. Угу. Будет, будет, будет. Да построим! Ты крутой, молодец, мистер Пятерка! Пятерка. Мистер Пятерка, когда ты в последний раз изменял мне с ФФ?
Никогда больше. А я видел нарезку, где он тебе випку в чате хотел дать. А, да. Ты отказался героически. Мистер Пятерка, приди ко мне, пожалуйста, помоги. Я, у меня уже не помещается просто. Ты будешь этот мрамор таскать, мрамор. Пойдем, пойдем, мистер Пятерка. Короче, тогда сначала надо найти, мистер Пятерка, корни такие. Вот, иди сюда. Вот как вот такие вот. Видишь? Да. Ой, я могу. Кого? Я могу ломать. Так это гриб, он тебе не нужен. А, бо. Бо. Что бо? Бо. Типа, боже, только не закончается. Мистер Пятерка, расскажи какие-то еще крутые фразы, может быть, что-то новое у молодого поколения. Сейчас, вспомню. Давай, давай. Шкварки, шкварки. Что такое шкварки, шкварки? Это не такое блюдо, но смешное просто. Ой, мне не звонит бабу. Это у Магат Пока? Звук. У него Пока. Да? У него Пока. О май гад, Пока. Какая же он легенда. Бля, он реально гений этого мира. О, а, бля, я думал, это какашки. Бабу звонила. И чё сказала? Спать. Ну, я надеюсь, ты гангстер, не будешь её слушать. Конечно. Ты ужасный. А тебе надо завтра в школу? А мне надо дистанционный. А, блядь, потому что у тебя минус 40? Да. Гляньте, я уже профессионал этой игры. Сбор на куртку. Мистер Пятерка, что случилось? Мистер Пятерка взорвался. Блядь, он просто реально... А где он? Поко. Бля, там Поко, реально, блядь. О май гад, Поко. Меня всегда вот интересовал вопрос, почему именно бабо, почему именно вот надо вот так говорить, да? Ну, алло! А, блядь, алло! Алло, мистер Пятерка. Бабо. Что бабо? Что случилось? Пошла. И как? Сказал таблетки попить. Сыночка, я в Сантра. А еще сегодня мистер Пятерка. Алло, я школьник, мне будет скидка на вход к вам. Банкомат. Кактус. Понимаю. А вы где? Мистер Пятерка, я просто чуть дальше как бы, я пошел дальше. Понял. Ух ты, сука! Боже, боже, это кто? Бабайка. Всё. Ну мне надо их когти. Кост не хотел. Ты камни-дробилку уже не делал? Нет, еще. Все, тогда я делаю. Делаю, делаю. Во. Гля, гранитный блок. И мраморный блок. Ну что, дома, видимо, строить крутые. Просто по одному ресурсу такому возьму. Я возьму, короче, и в центре выкину. И у вас, наверное, крафты откроются. Или у всех сразу. Но я не выкину. Они уже открылись. Сразу же? Угу. Уа! Выросли! Блять, И кукуруза выросла, и все выросло. И семечка новая. Уа-я, блядь. Брат, с никоми дом уже получается. Смотри. Ебать, у тебя вороты. Так, заходишь. А. И тут, блин, надо жить будет. Нихуя себе. Блин, ну что-то вот это только то, что в него запрыгивать надо. Это какой-то кренж. А это я сделаю лестницу потом. Ну просто, а как иначе? Ну по факту. Алло, друзья. Алло, да. Привет. Привет. Вы жестко развились уже или нет? У меня дом, ты просто... Ты зайдешь, ты охереешь. Охренеть, нахрен, я охренеть. Зайди, оцени-ка. Ща. Охренеть, нахрен. Вот так вот у меня. Охренеть, нахрен. Да. Ну, надо, да, какой-то подъезд. Подъезд. Брат, мне нужен медный слиток и лавалит. Да. Я сделаю лестницу тебе. Так, друзья, я сейчас подливну, но вы же здесь сможете играть, да? Да. Но если у мистера Пятерки нет ключа, то он не сможет. Не, вот, ну пока ты тут находишься, вы же сможете играть? Mm-mm. В смысле? Нет. Смотри, я вот сейчас ливаю, давай проверим. Мистер Пятерка, ты играешь? Да. А сейчас? А, да, все. О, боже, о, боже. Что, да, что? Да. Выкинула. Выкинула? Да. Блядь. Брат,
Брат! А. Босс! Тут босс! Тут босс! Выходи! Выходи! Блядь, выходи! Я выходи! Не, выходи. Я начинаю бежать к тебе. Блять, для этого надо покушать сначала. Ёпта. Брат, он огромный. Подожди. Я бегу. А как его убить? Я не знаю. Бля, я бегу. Сыночка, я бегу. Тихо. Где? Покажи. Вон, дай я покушаю. Ящик. Дай покушать. Подожди. Да нахуй, блять, волк, блять. Тихо. Так, он сюда идет. Умственно, что? Вон он сюда идет. Чё за нахуй, гандоны? Я не знаю, ну вот он огромный. Какой? Кокос, ты где, блядь? Тихо, ой, блядь, вая, блядь. Давай его захуярим. Давай сзади подойдем. Блядь, ну вообще надо что-то стреляющее, конечно. По стелсу давай. Ебать. Тихо. Ой, блядь. Все, поехал. Давай, нахуй. Ой. Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Ты на контрол нахуй! Блять! Гандон! Ты нормально? Гля, он что-то застанился! Ебать, еще и псина! Еб твою мать! Хуярь его! Блять! Ой! Как мистер Пятерка говорит? Боже! Ферма! И че? Ты что-то получил? Нет. Ферма, боже, ферма. Какая-то не ферма. Какая-то вообще, блядь, конечно. Подожди, огонечек вижу. Все, пока. А, там Суджик что-то пометил. Суджик, возьми, у меня нет этого. Видимо, ты убил, тебе только дать дали. А что он пометил, не понял? Он что-то выпало там с босса. Суджик, возьми, покажи. Я сейчас гляну, реально. Короче, так называемая чешуя, прикинь. Что, можно её? Чешуя ужаснее. На, подержи. Я далеко, подожди, я за фонариком побежал. Ой. Я тогда в пещеру пойду. Мам! Не, как, блин, я не могу куда я лучше. Баба. Да, чувак. Привет, чувак. Привет, чувак. Бля. Бабо. Бля, я так и не спросил, почему он ее называет, ну, типа, может, ну, типа, где он, в Татарстане? Может, в Татарстане все называют так бабушку, типа. Ну, все, я тогда, короче, оффаю и нормально, да? Давай, да. Целую, обнимаю, всем пока.